уши! Уши! Вот сюда вот его направь, вот. Подальше, Андрей. Вот там и все, там и я встал. Дальше я вот. Сюда, сюда, сюда. О, давай, давай, вот сюда, давай, сюда. Давай, давай. Вот это колесо вот сюда ставь, давай, вот. Давай, да он сейчас тут. Давай, давай, давай. Правильно, 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 правильно. Тангор хвалит. Тест-драйв Ford Ranger 2012 года, да? Да, да, да. На сейчас, диагональном вывешивании. Это ты про для баланса туда сел? Он его, наверное, сверху хочет срезать. А-а-а, зарихтовать? Или нет?
вернулся бы тоже. Вспотел? Печка работает. Ай, блин, не зашел. Сейчас после тебя остальные тоже проедут. После тебя остальные тоже проедут. Все распахал. Ох ты, красиво. Прям в глаза, блин. Тебя эти не стоят, да? Самоблоков нет ни одного? А? Ни одного самоблока нет? Один спереди нужен. Пару раз и добьешь горочку. Чуть больше разгона дай. Прикольно. Красиво. Вертикаль 2014. Я такой Паджеро хочу. Фаталити. Дэн, где? А, ты там. Дэн, ты думаешь, ты сейчас здесь не проедешь? Нет. Так наоборот, это лучше. Ты с этой стороны не видишь просто. Я вижу. Ну не все. Все, встаю. Встал.
Короче, высота не взята. Но то есть можно поставить ворота. Ну да. Для второго этапа вертикали, да? Ну да. На подъем. Да, его с разгону легко, да, можно на Ниве щу вот так, чтобы она в воздухе была уже вот здесь вот. Да, сразу, чтобы два бугра перескочить. Ну да. Второй банк так получается. Давай! Ну, примерно так же, да, собственно говоря. Илюша! Давай, толкнем. А ни у кого самоблоков нету здесь, что ли? Нет. Не, не надо. Там она просто на брюхо ложится. Поможем ему. Давайте, помогайте. О, УАЗик здесь проедет. Противоугонка. Илюх, противоугонка самая нормальная. На Авито ее продаю. Сигнализацию даже ставить не надо. А правда продаю, сам его слушаю. Да, это так, это проедет. GPS координаты, вывоз. Зато вылазить удобно стало. Я тоже обратил внимание, что как так может гореть, да? Ну да, но как соединяется необыкновенно. Только не сильно. Конечно. Вот она, вообще. Это он те маленькие дырки ты имеешь в виду? Да, да. А задняя там все, оно вот. Интересно прогорело. Ну да. А я тебе скажу. Смирнов бы тут пролетел, наверное, да? Да, понятно, но. Да, там крылья есть. Ну, безбашенный. Смелый парень.